стоило мне опять отвлечься на употребление пищи, поскольку решил, что надо сделать обед. Время у меня по 35.11. Произошла поклевка на платвичку. Подбежал, подсек, и вот такой вот замечательный налимчик посетил меня. Это первый мой в жизни налим. Я его никогда не ловил, только читал. Место мне это показал один товарищ. Он показал, а объяснил, рассказал, как добраться. С этой рыбой никогда я не сталкивался. Все, что было сказано, блин. Просто у меня сейчас буря эмоций. Поймать первую в жизни налима. Вот. Было удивительно, в принципе, я ни на что не рассчитывал. Вот, налим, ну, я так думаю, грамм на 300, не больше. Интересная рыба довольно-таки. Никогда я ее не видел. Красивая, своеобразная, как змея. Клюнула на меня, на платвичку несчастную. Ну, вытащил. Сопротивление при уважении, в принципе, среднее. Я бы не сказал, что уж прям упирается. Да, возле берега чуть-чуть упирался в песок. Поводок заглотил жадно. Придется, наверное, расстегивать, сажать его в садок. Вот. Класс, рыба классная. Блин, прям, я не знаю, у меня сейчас адреналин. В принципе, как у любого, наверное, человека, который когда-либо в жизни долго ездил за рыбой, и наконец-то у него это получилось. За этим парнем я выехал второй раз в жизни. Первый раз у меня ничего не получалось, не заладилось. Я отложил на долгие 2 года его ловлю. Вот. Ну. Не зря поехал, не зря рискнул. В принципе, рыбалок-то таких, что пожалеете о рыбалке. Ну, я не знаю, лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе. В принципе, вот так, как я и обещал, по улову отписался. Поклевка средняя, как у подлещика некрупного. То есть 2, 3, 4, 5, 6, 7 ударов. Тишина, потом опять. Вот, поймал я его прям под перекат кидал. Вот. Было, наверное, на этом спинге поклевок 6. И вот, наконец-то я его поймал. Ух, буря эмоций, адреналин прям, я даже не знаю, как это описать. Здорово, здорово, ребята. Ловите, ловите, и все у вас получится. Ну, в принципе, а дальше буду дальше писать. Записывать уже как, если что-то еще поймаю. Здорово, здорово.